лишь вельможам да князьям. По достатку гож был я. На лошадках не поедешь, коль в карманах по нулям. Не холоп простолюдин, только честный дворянин мог коней менять в упряжке. Сколько му все значил чин. Если чином знаменит, княжьим титулом именит. На 12 лошадках буди ехать надлежит. Где же в маленьких чинах? Да и с титулом не знать и далее поедешь на одной-двух лошадях. Имя, прозвище и чин у заезжих у мужчин чел имщик в загонной книге для особенных причин. Сам же дюжий брат ямщик должен быть лихой мужик, да иметь 6 футов росту, да проворным на язык. Да наследник сын чтоб был, ремесло отца учил, ох, нелегок труд ямщицкий, кто бы что ни говорил. Должен все ямщик уметь, верховодить да свистеть, да от лютых негодяев по себе опор иметь. А чтоб не очень слыть, нужно грамотному быть. Ведь без звуков, да без цифер, что поделать, волком выйдет. Но зато ему почет, лошадей напересчет, да и большая дюжа гота. Как вам наш старинный сказ? Не измучил больно вас? Нет. Ну тогда внимайте, Дуня, красоте речивых фраз. Наполняем, забываем, забываем.